Сейчас комендант прибежит. Леонова! Я с зачета голова пополам. Стиль называется «Мертвая невеста». Мне идет? По-моему, «Грустный вампир» было лучше. Что, с нами пойдет? Ты не против? А Патрикеева нам сказала, что ты никуда не ходишь, у тебя депрессия. Нам? Я что-то ничего не понимаю. Ладно, Мариш, мы опаздываем. У тебя деньги есть? Ну, если ты с нами идешь, что успеешь билет купить? Че, слушаешь? Модненько. Сяду. Нет. Помочь? Сама. Хороший был удар. Господа филологи, ваши зачетки. Везде, где надо было, я расписался. И где не надо было бы тоже. По доброте душевной. Ну что ж, поздравляю. Не отчислили уже, хорошо. Со многими увижусь только осенью. Ну а тех, кто едет со мной в фольклорную экспедицию, прошу подойти ко мне. Совсем, да, Джордо. Крикеев сказал, что ты не едешь? Не помешаю? Нет. Огоньку одолжите. Пожалуйста. Любопытная зажигалка. Подарок из Египта. Египет. Знаете, Марина, это все черная энергия. Ангх – это ключ к тайному знанию, силы, власти, завет. Ужас. Помогает в учебе, в жизни. Не очень, если честно. Марин, послушайте, я давно за вами наблюдаю. Мистицизм, тайное знание, все это мы проходили. По сути, это побег. Побег от неудач, от страхов. Побег в иллюзорный мир. А вы считаете, что потустороннего мира не существует? Конечно, нет.
Простите, Сергей Анатольевич, холодно здесь. Я надеюсь, не обидел? Нет, что? Я не хотел. А что, если потусторонний мир существует? И духи могут дать нам знания, которые мы захотим. И дать нам свободу. И власть над стихиями. Идите к друзьям. Бедный ребенок. Бардак в голове. Леонард, а скажи, как специалист, Баба-Яга – это реальность? А то у нас тут дискуссия. Мы вот думаем, мы приедем в лес, а они там все настоящие. Кто они? Ну, бабка Ёшка, леший, нечистики. Ну, мы же вроде как ученые. Нам фольклор подавай. А им-то что, они раз и заморочат. Леонова, твое мнение. Ну, тебе-то что? Баба-Яга – это вам не мультики. Это живой мертвец. А избушка ее – это гроб. И охраняет она вход в потустороннее царство. Она слепая и определяет гостя по запаху. Потом предложит тебе пищу мертвых, если ты откажешься, сожрет тебя. Это чистая реальность. Отдай мне свою душу! Оба. Великолепно. Очень смешно. Яга пришла к славянам из Сибири. Там, куда мы едем, ее нет. А кто есть? Лапландские ведьмы. Собачки. Та деревня Лебесюры называется? Да нет там никаких деревень. Одна аномальная зона. Брошенная деревня. До войны еще все бросили. И дороги нет. Виноват. Клинануло. Я отвечаю! Я сам оттуда! Карельское озеро. Слышь, кого выбрать, а? Да пошел ты! А как же нам туда добраться? Бехом! Как еще? Прилично пилить, километров 7. Рауталахти здесь, а нам надо сюда. Так! Все! Не берет, я уже пробовала. Иди! Артур! Есть пища! Ну что, готовы к марш-броску?
здесь. Вот и студенты пришли. Картошечка горячая. Сейчас. Кушайте, золотые, кушайте, хорошие. Кушайте. Спасибо большое. Ну, а гадание-то вам когда? Сейчас или до утра дотерпите? Я думаю, утром, Арина Тойвна. Ребята устали. Ага. Ага. Ну да, правильно, правильно. А какие гадания интересуют? Есть вот... На воде, на зернышко бывает. Приворотные. Ага. И отворотные тоже надо. Ну да. И от нечистой силы желаете? От нечистой силы обязательно. Будет. Будет. Все будет вам. Вот отварочку вам. Бабушка, а в лесу-то вы что делали? А разве ты не видал, глазастый? Грибы, ягоды сбираю. Травы на зиму сушу. А? Ночью. Инфракрасное зрение, судя по всему. Прекрасное зрение, прекрасное. Зорко, вижу все. Зачетные бабули по-любому. Травка, грибочки. Главное, что натуральное. А почему, бабушка, вы в белом ходите? А для того, милая, чтобы кровососы не занимали, они белые не любят. Кровососы? Ну да. Марина!
Простите нас, Марина Ивановна. Молодежь, сами понимаете. Марина! Марина! Сергей Рудольфович, да. Мы с вами. Мы одни не останемся. Амар, все на поиски. Спасибо вам. На здоровье. До свидания. Места здесь разные. Да и болото кругом. Марина! Марин! Марина! Не бояться. Это старуха животное. Она за нами пришел. Наверное. Домой она нас проводит. О, пошли. Ну ты даешь. Рванул куда-то. Ты сама как? Нормально? Вот хорошо. Вот и молодец. Сдохнуть хочется. Так, пойдем. Костик! Кость! Марина! Давай, да я сама. Марин! Ой, осторожно. Козел. Иванова! Ну, ты даешь, Артурыч. А что случилось-то? Да неудобно просто. Да ладно. 21 век. Мы свободные люди. В чем проблема? Ты гонишь, Артурчик. Рот закрой свой. Че ты меня лечишь? Да нет проблем, Артур. Просто девчонок жалко. Наехал. Че? Марин, зря ты с нами поехал. И заговор не твоя тема. Ой. И вообще все это неправильно. Учи ученого. Ладно, не буду. Все равно счастья не бывает. Зря, не зря, без разницы. Как во сне. Оба. Пойдем. Где ты? Жива? Ай. Ну ты как там? Эй, ты где? Не знаю. Это за руины такие.
Мертвый поселок. Я слышал про такие. Лесорубы оставили. Или скит. Водитель говорил, что здесь вообще никакого жилья нет. Кого и нет, Сергей Рудольфович. А сам он тогда откуда, если жилья нет? Ну, дверь выломана. Марина! Понимаешь, Ченч? За что он ботаникам только стипендию платит? Ага, и не говори. Марин, давай наверх. Все, пойдем. Народ, чувствуешь силу? А у нас в Бухаре курган был. А Марш, такой... давай потом, да? Ботан. Зарядки, конечно, нет. Ну, во-первых, я не ботан, а Константин Васильевич. Зарядки, да, нет. Фу. Ладно, не обижайся. Розетки тоже нет. А? Че, сядем, подумаем? А? Сюда! Я туда не полезу. Что там говорил? А? Что неправильно? А, ну... Ты, Артур, это все неправильно с самого начала. Не пара он тебе. А кто пара? Извини, я нечаянно. Щелкни еще раз. А? Сфотографируй меня. Еще. Давай. На. Ну щелкну. Ну я щелкну, Марин. Что такое? Гейда. Так, Марин, давай домой, а? Хочешь иди. Марина. Быстро возвращаемся к бабушке. Марина! Здрасте. Как думаешь, кто она? На кого похожа, та и есть. А на кого она похожа? Ведьма со щитом. Сори, госпожа. С ума сошла! Что все значит, а? Честно? Хрен его знает, коллега. Может, ей укол сделать? Там витамина есть. Скажи, еще йодом помазать. Господи, да она вся черная. Как при жизни. Слышь ты, пошла отсюда!
Что такое, а? Эй, что? Ребят! Больше никаких экспедиций. Здравия желаю, капитан Шарапов. Вы звонили? Так точно. Здрасте. Быстро вы. Мы девочку не можем понять, что с ней. Мариш, ты как? Воды хочешь? Костик. Ну? А это кто? Это спасатели, их Рудик вызвал. Дыхание прерывистое, пульс. Это не спасатели. Нитевидный пульс. Марина. Молодой человек, позвольте девушку заберем. Так, минутку. Вопрос. Главный кто? Вы? Костик, ну в чем дело? Зачем вы? А почему бы человека черного цвета для начала не проверить пульс? Это Константин. Вы прилетели ее спасать, почему не измерить давление? Это же азы. Не, я, конечно, пилот, могу что-то не понимать, но... Почему вы хотите сейчас ее вести в вертолет, а? И вообще, как вы собираетесь это делать? У вас даже носилок нет. Молодой человек. Ну вот кто тебя просил выступать? Иди за щитом. Здравия желаю, старший лейтенант Ларин. Капитан Шарапов, аналитический отдел министерства нет. Что здесь происходит? Мы здесь по делам министра. Случайно получили сигнал. Девочка упала, у нее шок. Но теперь она вне опасности. Мариш, посмотри на меня. Я бы хотел на нее взглянуть. Я бы не советовал. Что значит? Объяснитесь. На меня посмотри. Где щит? Какой щит? А, здесь. Это экстренный вызов. И по штатной ситуации я... Возвращайтесь на дорогу! Thank you.
Виктор Андреевич, ну зачем шоу устроил? Я же с частным визитом. Сан Саныч, ты всегда в радости. Согласно законам нашего гостеприимства. Прими хлеб-соль. Хлеб предков. Вкуснее быть не может. Слушай. Вы были правы, это щит. 1.30 метра в диаметре, по окружности орнамент с символикой, в центре лабиринта. Есть. Дальше. Есть жертвы. Среди гражданских. Скоро буду. Черт, а! Да что вообще такое было, а? А где Родик? Ты что, не догонишь ли в самом деле, дура? Нет его больше, Валя, нету! Только не надо сейчас орать! Из-за этой часовни! Слышь, там, наверное, сокровище у нас в Бухаре. Это все из-за нее! Это ты, сучка, в этот могильник поперлась! Вик, хватит! Что хватит? Ты вообще молчи! Если б не это... Еще раз обзовешь, пожалеешь. Я туда не сама пошла, я от вас бежала. Все, я не могу больше, я домой хочу. Ребят, все достаньте телефоны, вдруг у кого ловит. 21 век наш, не могли вышку поставить. Мотор! Зуб даю, мотор! Долго я тебя искал. Все равно не ушла. Она пустая. А щит? Бесполезен, без заговора. Вы нашли студентов? Я ждал указаний. Борт уже в воздухе, далеко они не уйдут. Мне нужен тот, кто первый взял щит. Любой ценой. Ты понимаешь, что на кону? Какова ставка? Уберите здесь все. Ну чего, нагулялись? Давай за вас. Давайте назад! Назад! Так, Марин, пошли, пошли! Ты что, Марин? Нельзя ехать, слышишь? Марина! Леонова, с ума сошла, да? Надо ноги делать на машине! Марина. У них вертолет догонит. Это вообще не люди, что Рудика убили. Говорила, она больная. Хорош бредить. Едешь? Нельзя ехать, слышишь? Костик. Как хотите. Едем. Мы вернемся. Девчонок отвезем и вернемся. С милицией.
подбитый на нас падает. Мы в расцепную в лес побежали. Блядь, в камуфляж по нам еще стрелять начали. Ребят, а вы как вообще? Травкой не балуетесь, не? Да ты че, командир? Мы не наркоманы, мы студенты. Мы не врем, правда. Вы что, не видите? Бляха-муха. Теперь вижу. Ты можешь объяснить, что происходит? Ты же умирала. У тебя пульса не было. Сама не знаю. Эта ведьма что-то сделала со мной. Кто-нибудь что-нибудь понимает? Где мы? Кто эти люди? Не уверен, что они люди. А Маринка предупреждала. Что она там предупреждала? Она сама же все и замутила. Ну вот куда мы прёмся? Ночь кругом. Придем, узнаем. Бред. Прошу. Это тебе кажется? Что кажется? Что все хорошо начиналось. Это не говорил. Я подумал об этом. Есть охота. Еды полно. Сам ешь. Слушай, ты телепатка, ты можешь мне объяснить, что происходит? А мы мурки на жопе, за нами ведется охота. Я живой человек. Но ты же мой партнер. Угомонись. Уже пришли. Сейчас все узнаем. Алло. Вернемся в прошлый универ. Хватит с меня заговоров. И я. И я. Если вернемся. Ну что, есть будем касатики или как? Нам бабушка не до грибов. Нам бы информацию. А нечего мне сказать. Скоро сама все знаешь. Потому как осталось тебе, девонька, одна дорога. К озерным ведьмам. Как это? Так я ведь здесь только так. Границу стерегу. Ну, как этот. Карацупа с Джульбарсом. Я более ничего не знаю. А как к этим ведьмам попасть? О, так вот, Синка тебя к ведьминским землям приведет. А дальше сама. Извините. Какие ведьмы? Озерные? Озерные. А, озерные. Ну тогда ладно. Тогда хорошо.
Пожалуй, лучше из вас поступать. Предатель. Урод. Викусь, ну хорош. Не будь грымзой, а. Что? Это я, значит, грымза, да? А это мокрощенка, да? Все, хватит. Не об этом сейчас надо думать. А о чем? О том, как ноги унести. Подъем, господа филологи! Меня не надо бояться. Со мной надо разговаривать. Меня зовут Саша. Все, что мне нужно знать, кто из вас был в Хаотумане. Извините, где? В подземелье. А. Все были, кроме девчонок. Чудесно. А кто из вас нашел щит? Его нашла. Щит нашли двое из нашей группы, их здесь нет. А где же они? Расскажу, если вы нас отпустите. Не мы вам нужны. Ту, кого вы ищете, зовут Марина Леонова. А я поставлю вопрос несколько иначе, юноша. Если вы мне ничего не скажете, я не только вас не отпущу, но, я бы сказал, остаток вашей жизни будет коротким и ярким. Марин, ты точно уверена, что нам туда надо, а? Куда туда? К ведьмам. Может, лучше как-то милицию, а? Стоять! Руки! Оба-на! Не стреляйте! Кто такие, откуда? Мы студенты, идем к озерным ведьмам за белой собакой. За белой собакой к озерным ведьмам? Марин, скажи. Он правду говорит. Нам бабушка в избушке сказала. Бабушка в избушке? Грибов обожрались. Вперед, торчки. Сейчас будет вам Шамбала. Ребята, вы понимаете, что бред несете? Ведьмы, вертолеты, оборотни. Товарищ военный, вы пойдите сами посмотрите. Брошенная деревня, рядом кладбище. Там следы наши остались. Это рядом ведь? Абсолютно согласен, рядом. Я здесь все вдоль и поперек знаю. Никаких деревень в окрестностях нет. Привалов. Соруди молодым людям, что поесть, я со штабом свяжусь. Королев, князь, ко мне. Марин? Не знаю. Что не знаю? То и не знаю. Может, бабка нам правда какую-нибудь пакость дала, и все, это был только сон. И что, теперь тоже сон? Как вы тут подкрепились? Спасибо, вполне. Вы ничего не слышите? А что я должен слышать? А ты? Да. Вы что, не чувствуете? Дрожит же все. Видим.
выезжать! На уши дави. Шаги от великих перемен. Я задаю себе вопрос. Готов ли завершить тысячелетний поиск? И не нахожу ответа. Спасибо, господин. Шарп, вы можете быть свободны. Привет. Здрасте. А я вас по телевизору увидел, вы на Совете Федерации выступали. Это хобби. Основное занятие здесь. Да и родился я здесь. 2500 лет назад, если быть точным. Мои предки пришли сюда с колесницами хуурагов. Это я к тому, что шутить со мной не рекомендуется. Кто из вас взял щит у ведьмы? Я взяла. Хорошая девочка. Иди со мной. Неужели тебе не хочется узнать, что с тобой будет завтра? Что ты почувствовала, когда взяла щит? Удар. Я когда маленькая была, пальцы в розетку сунула, вроде этого. Потом видела, как сквозь черное стекло. Потом задохнулась. Неподготовленный человек должен был бы умереть. А может, я подготовленная? Кто твой отец? Он нас бросил. Или мы его. Неважно. Печально. А кто ваш отец? Он был колдун. Был? А что с ним стало? Ему отрезали голову, а потом отрубили ноги в коленных суставах, чтобы не убежал из могилы. И засыпали камнями. Это был очень верный практичный ход. С отрубанием ног. Я не смог вернуть его из царства Баадур, как ни старался. Прошу. Смотри внимательно на щит. Красивый щит. Я бы такой хотела. Это душа моего отца. Приняв щит у ведьмы, ты обрела власть над его душой. Это власть в особых словах. В заклятии. Скажи мне эти слова. Я не знаю никаких слов. Я просто чувствую, что меняюсь, становлюсь другой. Да никаких заклятий. Правда, честное слово. Это ведь твои друзья, не так ли? Кто его? Нет!
заклятие. Я не знаю. Я правда не знаю. Не надо! Не надо, я правда. Заклятие. Заклятие. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Правда, пожалуйста, 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 пожалуйста. Я правда не знаю, проклятие. Я правда не знаю, пожалуйста. Отставить. Тогда тебе придется пойти к озерным ведьмам. Узнать у них заклятие. Принести его. Если ты не вернешься к завтрашней полуночи, я буду убивать остальных. По одному в час. Как я найду ведьм? Тебя проводят. Я вам не верю. Мне нужен кто-то из наших. Слушай сюда. Прибываем через 3 минуты. Это земля ведьм. Возможно, всякое, поэтому не рыпаться, а выполнять все мои команды, ясно? Нифига. Это мое задание, наши ребята там в ангаре. Ясно? А где же почетный эскорт? Флаги, мотоциклисты, волки на задних лапах. Моим сюда нельзя. Почему вам можно? Я человек. А они кто? Бесы. А чтоб бесы и ведьмы не одно и то же? Все сложнее. Они как бы болельщики Динамо и Зенита. Пошли, ведьмы за болотом. А, ну это как обычно, за болотом. Пошли, фигли теперь. Давай сбежим, а? По голове дубиной дадим и сбежим. А наши? Блин, стоять! Пошевелись! Твою мать! Нельзя! Марина!
фонду утопить меня. А вы что? Тихо, тихо, тихо. Ты что? Я вспомнил твой кекс, Сашу. У нас правительство. Мой отец с ним виделся у губернатора на юбилее. Он скупил все местные земли, где аномальные зоны, за какие-то безумные деньги через подставную компанию. И чё? Да то, что эти люди деньги просто так не тратят. Ты обалдел вообще? Тебе какая разница, кто тебя задавит, богатый или бедный? Да нет, я так просто. Спи, пока дают. Зажигательное? Патрон антиведьма. Можно так назвать. Дурацкое название. А вы думаете, ведьму можно обычным патроном взять? Как бы не так, она от него только чихает. Вот и пришлось изобрести. Так что вы спасли ценный кадр. Послушайте, но вы же нормальный человек, что вы тогда делаете вместе с ним? Иной раз объект защищен крестом. И бесы ничего не могут с этим поделать, зовут меня. Или как сейчас. Бесы не могут попасть на территорию ведьм. Теперь у них с ними война. Зовут меня. Жесть. Ай. Марин, ты не руки, а клешни, экскаваторы. Перебинтуйся. А министр прав на твой счет. В смысле? В смысле, ты паранормальное существо. Пошел он, наш министр. Молчало бы лучше. Он в самом деле колдун. Знает, что говорит. О чем думаешь, Марин? О том, кто я теперь. Проснуться хочется. Тысячи лет назад с неба упал черный камень, и было сказано, что в нем заключен дух великой тьмы, таящий невыносимые для смертных знания. Великий колдун Илтавална решил вызвать дух камня из ночи в день и бросить ему вызов. Шаман тщетно пытался заклясть духа. Он призвал на помощь всех известных ему существ. Но боги ночи оставались глухи. А шаман упрям. И тогда он предложил духу камня обмен. Илтавална хотел знать тайну великой тьмы. Взамен он предлагал свое тело, чтобы дух камня мог познать радости плоти. И дух камня сдался. Илтавална обрел власть, но потерял самое ценное — душу.
Не бойся за спутников. Им сюда нельзя. Почему? Потому что они мужчины. Низшие существа. Меня зовут Хельви. Очень приятно, Марина. Хельви, скажите, этот человек, Александр, то есть, он послал меня за заклятием. Никто не знает заклятие. Он сказал, я могу узнать. Можешь. Мне очень нужно, пожалуйста. Чтобы передать ему... Иначе мои друзья погибнут. Ты знаешь, зачем ему заклятие? Ты знаешь, кто он? Ты знаешь, что ждет мир людей, если он преуспеет? Смотри. Люди жили в страхе ожидания смерти. Самые смелые пытались убить его, но погибали сами. Так было сотни лет. Илтывала стал властелином живых и мертвых. Но сила живущего в нем духа все росла. Он задумал подчинить стихии, разрушить землю и остановить солнце. И тогда люди пришли к озерным ведьмам, с которыми враждовали испокон веков, предложили мир и попросили помощи. И только наша королева смогла победить его. Мальчик. Это Александр. Колдун. Сын колдуна. Ведьмы пожалели ребенка. И с тех самых пор он охотится на нас. Он думает, что в щите душа его отца. Он ошибается. Душа Элтавала давно погибла. Есть только темный дух, дух злобы и разрушения. Если он вырвется на свободу, солнце прекратит свой ход. И наступит тьма. И тогда наша королева замуровала себя в гробнице. В надежде, что вместе с ней уйдет тайна щита. Простите, я же не знала. Я не виню тебя. Но власть не приходит к тому, кто ее не ищет. С тех пор, как ты приняла щит, в твоем теле живет сила и власть. Ты должна стать королевой ведьм и вернуть щит. Иначе мир рухнет. Как думаешь, девчонки по-русски разговаривают? Ну, они же русские ведьмы. Должны. А может, они финские. Привет, красивая. Лепе. Может, они глухонемые? Good morning, lady. Ну ты даешь. Откуда тут английский? Еще раз сгоришь на костре. Понятно? Крутые тетки. Блин, не надо больше. Спецназ местный. Не иначе. Извините.
Решайся. Я не хочу. Мне страшно. Мне нужен заговор, и все. Мне нужно выручить. Только королева знает заговор. Решайся, иначе никто не спасется. Фак. Воздух, не бойся. Дыши водой. Затихли. Там лают. Что там происходит, а? Я нервничаю. Костян, она у тебя. Молодец, и все у вас будет великолепно. Это я тебе говорю. У меня? Очень бы хотел. Спасти наших. Но он же нас на британский флаг. Я единственная, кто может его остановить. Только пока не знаю, как. Хельви сказала это как секс. Когда дело дойдет, сама научусь. Слушай, а заговор не поможет? По идее, должен. Скажи мне. Нельзя. Да ладно, я что, партнер? Я тоже жизнью рискую. Это все? Все. Ну, клево. Я мог бы убить тебя прямо сейчас. Но ты храбрая девочка. И я даю тебе шанс служить мне. Вот как. Ну, верь ведьмам. Человечек между мирами.
Боже, храни королеву. Всегда меня недооценивали. Что могло случиться с тем, в чьем облике пришел Александр? Трудно ответить, королева. Даже в древние времена никто не был на это способен. Пошли вестника к Хельве. Нам будет нужна помощь. Я объявляю ему войну. Оценил девчонку. Волки позорные. Короче, люди нас все равно убьют. И кто это сказал, что лучше жить стоя, чем погибнуть на лучше погибнуть на короче, стоя лучше. Не Путин, не. Его стиль. Это сказал Че Гевара, понял? У меня есть секретное оружие. Серьезно? Идите. Кого именно? Без разницы. Впрочем, лучше девушку. Остальные? К предкам. Тебе заехал! Тварь! Подумай! Все!
пошло не звучало, но иногда лучше учиться, чем пудриться. Прошлогодний семинар Рудика, помните, что последние слова ведьмы – слова ее силы? Для нас это может быть просто тарабарщина, но каждый посвященный обязан повиноваться. А? Даже животные слушаются. Я когда в вольере был, эксперименты над волками ставил. Так они просто цепенеют. Жуть. И что дальше? Так, дальше Артур ведет вас в лес от греха подальше. А мы с Джорданом разберемся с Александром и Маринку найдем. Ты уверен, что она еще жива? Уверен. Где Марина? Я тебя спрашиваю, где Марина? Не действует, представляешь? Вы люди странные животные, не понимаете, с кем имеете дело, пока не становится слишком поздно. Я колдун, сын великого колдуна. Я собирал силу и мудрость тысячи лет, и ты думал, что сможешь меня победить? Александр! Чего тебе, дитя человеческое? Я знаю, кто ты. Я знаю, чего ты хочешь. Или я убью тебя, или ты поделишься со мной своей властью. И еще один. Здесь еще 8 патронов. Затылок твой не из стали, а стрелять я умею. Ты сможешь его убить? Легко. Клянись именем того, кто дал тебе твою силу. Клятва колдуна ничего не стоит. Это единственная клятва, которая чего-то стоит. Клянусь, что поделюсь с тобой силой и властью моего отца. Стреляешь.
Ни колдуна, ни ведьма. Ты огорчена. Огорчена? Нет, я не огорчена. Нет, я совсем не огорчена. Они погибли, они все погибли, а я не огорчена. Мне даже весело. Ты стала ведьмой, тебе этого мало? Ты по-прежнему мыслишь как человек. Если начнешь думать как ведьма, многое станет легче. Он произнес заклятие слово в слово. Я слышала. Ты слышишь только то, что знаешь. Я внушила тебе заговор, призванный уничтожить его. Он же всегда был рядом. Значит, я не королева? Разумно. Королева я. Ты стала одной из нас, но ты должна знать... Мы живем сотни и тысячи лет, а вокруг нас обычные люди. Мы видим, как они рождаются, умирают и вновь рождаются. А мы остаемся в своем бесконечно длящемся одиночестве. Любовь разбивает нам сердца. И нет ничего страшнее полюбить человека,
и пережить свою любовь. Сейчас ты это чувствуешь. Знай, тебе придется пережить это сотни раз. Не хочу. И научиться смотреть на мир, как ведьма. Не хочу. Без горечи и надежды. Не хочу. Холодно и печально. Не хочу! Ну ты же этого хотела. Смотри вверх. Скотина! Тварь! Я ненавижу тебя, мразь! Ребята, как же я рада вас видеть. Ты даже не представляешь. Что происходит? И вас, дорогой Сергей Рудольфович. Точно нимфоманка. Ты же говорила, она больная. Достоверно известно, что данный заговор использовался кланами лапландских ведьм, что превосходно иллюстрирует историческую эпоху перехода от языческих верований к христианской догматике. Иными словами, отныне магия теряет свою исключительную мощь. Моральный закон и осознанный выбор – вот что делает человека существом, стоящим выше потусторонних сил. Существом, способным бороться с ними и превосходить их. Но это уже тема следующего доклада. Спасибо за внимание. Коллеги, коллеги, минуточку внимания. Мариночка, спасибо вам за интересный и обстоятельный доклад. А сейчас позвольте вам представить человека, без которого были бы невозможны ни доклад Марины, ни экспедиции, ни в огромной степени научная деятельность нашей кафедры, нашего куратора, министра недр России Александра Александровича Волкова.